Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть Черепашки-ниндзя-легенды. Так, забираем свои ежедневные награды. Это за Лигу Мастеров 1 звезда и за Лигу Сёгунов 3 звезды. То есть меня сбросили. Только вот вопрос, куда? На какой ранг? Давай посмотрим быстренько с тобой. Вау, Лига Сёгунов 2 звезды, вы серьезно? Ну так низко я еще, ребят, давно не падал. Так, хорошо. Мы обязательно с тобой будем подниматься выше, но вначале мы с тобой сделаем все ежедневки. Так, во-первых, открываем с тобой пак, и нам выпадает Паукус. Нет, это Хан. Просто у них одинаковый фон, поэтому я их периодически путаю. Так, дальше нам нужно сразиться в бэк. Давай серию испытаний с тобой быстренько сейчас пробежимся. Раз, два, три, четыре, пять. Не-не-не-не-не, никакой не майки мне. Дайте мне моего Армагона. Быстренько пробежим с тобой вот это вот испытание. Потом что у нас там? Немножечко пофармим, наверное, на Ваньку, да? Там чутка нам нужно найти. По-моему, если не ошибаюсь, ящики с инструментами. Хотя ящики мы с тобой нашли в прошлой серии. Что-то другое. Ячейки крэнгов тоже вроде бы как нашли. Уже и не помню, если честно. Два дня, ребята, не играл, потому что работа, слава богу. У меня выходной. Один, правда, но выходной. Поэтому давай-ка выжимать из этого выходного по максималочке. Так, что нам здесь с тобой сделать? Давай просто, наверное, ударим. А у Саги, если будет такая возможность, сделать вертушку. Нету. Такой возможности у нас с тобой нету. Во, Леонардо, давай, отжигай. Ты-дыч. Красавчик. Ну, Рафаэль. Во, молодец, добил все-таки. Я думал, что у него не получится. Так, ладно, здесь мы с тобой прошли. И, значит, пойдем искать нужные нам элементы для прокачки навыков. Так, здесь забираем все с тобой. Так, значит, нам нужно сразиться в боях, да? Ну что же, поскакали. Так, Ванек, что тебе нужно найти? Мы прокачиваем тебе гранату. Да, все-таки, ребята, это 10 ящиков с инструментами. Я не ошибся. Так, один есть. Да ладно, ящики всегда должны выпадать на изи. Так, второй нашли. Третий. Да какая пицца. Так, четвертый в кармане. Тут же пятый выпадает нам. А здесь ничего. Так, шестой. Да ё-моё, ну давай, осталось немножко. Так, это какой, седьмой, по-моему, да? Восьмой. Девятый и последний ящик. Я говорю, и последний ящик. Вот он. Все, ребят, прокачиваем гранату до до четвертого уровня. Так, 1500 тратим с тобой. И у нас, ребята, ну смотри, здесь нужно будет найти нам 10 катушек с пленкой, да, и плюс еще 12 номеров. Ну, это уже будет в следующей серии, естественно. А здесь пока мы с тобой заберем награды. Плюс нам нужно поднять уровень персонажа. Для этого мы с тобой идем в самый хвост и ищем наших золотых. Вот, например, Рафаэль. Да ладно, 51 уровень. Слушай, неплохо. Блин, вот этот вот удар мне нравится у него, массовый. И всего лишь там нужно найти 10 ящиков с инструментами. Хм, надо будет как-то об этом подумать. Ладно, здесь мы с тобой заберем награды. Ну что, друзья мои, в бой, подожди-ка секунду, в бой. Что у нас там по предметам, давай посмотрим. Так, 93 монеты, отлично. Покупаем ДНК на Донателло Космос. А по жетонам все так же, как и всегда. Все очень плохо. Так, испытания, друзья мои. Испытания. Так, вот здесь мы попробуем с тобой вытянуть. Кунаичи, прям с первого, ребята. С первой попытки. Так, радарные маяки, это мне не нужно. Так, 7 осколков серебряных. Вот. И шинигами, друзья мои. Ну что, неплохо, я тебе скажу. Два персонажа, которые мне нужны были, я их вытащил. Так, а если бы я вот это событие прошел, да, ребята, нам бы было бы и здесь доступно кунаичи и шинигами. Слушай, может быть, попробовать пройти, ребят. А давай рискнем. Что? А, блин, подожди секунду. Вот так вот.
Я все-таки попробую. А вдруг получится, ребят? Но тут нужно пройти на 3 звезды. А проблема в том, что тут довольно-таки серьезные противники у нас. Зек Вата, а Рокзар слабый. А вот втроем мы сможем пройти? Как думаешь, 5 волн к тому же? Даже я не знаю, ребят. Сомнения мне какие-то крадутся. Ну, я попытаюсь. Ну, стрелозад почти, ребят, почти упал. Не забывайте, что у меня Шреддер идет как хиллер. Так, они здесь промазали. Ага, провокация. Ну-ка, Ванюша, правильно. Так, этого мы тоже с тобой добиваем. Ну что ты, что ты, что там делаешь? Непонятно, что он там делает. Это понятно, из задницы, как всегда, строчит. На тебе, Ванюша. Молодец. Так, и это только первая, друзья мои, волна. На вторую тоже будут у нас, ага, стрелозады. С ними, я думаю, мы тоже на изи справимся. Можно, в принципе, вызвать маузеров. Они разберутся с ними. Ну, почти. Так, одного ушатали. Этот тоже готов. И давай-ка, наверное, сделаем так. Переходим на третью волну. Но здесь, наверное, тоже будут у нас такие простенькие мобики. А нет, ребята, тут хо-хо-хо, простенький. Тут Рафаэль. Тут Кейси Джонс, извини меня, Алапекс. И ни на кого практически не повесил постепенно. Нет, ну повесил. Так, секунду, секунду, секунду. Рафаэль в гневе. Так, Кейси упадет? Упал. Так, теперь давай его ложить. Воу-воу-воу, тихо. Слушай, нам, скорее всего, придется сейчас делать хил. Хил от Шреддера. Иначе будет бобо. Слушай, а если я здесь... Нет, наверное, все-таки мы вот так с тобой сделаем. Я думал, если мы сейчас хил сделаем. Ай-яй-яй-яй-яй, с копьем. А, наша еще и постепенку повесила. Блин, ненавижу, ребят. А, нет, это Они. У нее самый сильный удар, это когда она выпускает летучих мышей. Твою дивизию, ты посмотри, что творит, а. Так, минус. Минус, Шреддер, давай, давай, давай. Нам нужен твой отхил. Просто необходимо, но очень сильно. Так, и пятая волна. Это у нас, ну, естественно. Естественно, ребята, все черепашки. И вот теперь сиди и думай, как с ними тут разбираться. Причем со всеми. Блин, они же сейчас... Ай-яй-яй, друзья мои, надо было нам, наверное, с вами супер удар оставлять именно на черепашек. Оу, хиляется. В принципе, можно перепройти и попытаться. Ну, ты смотри, что происходит. О, еще и защиту повесили. Блин, Ваня, 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 Ванечка. Да ё-моё, ребят, вот тебе и Ванечка. Ну, здесь моя вина. Моя вина в чем, ребят? Потому что я пожадничал суперудары свои, да? И все их потратил. Я пожадничал именно для последнего поединка. А ведь мог прийти сюда, с, например, с маузерами. С шипами. Со смертельной волной. И тогда бы, я думаю, мы бы их разобрали бы здесь вообще без проблем. А вот теперь попробуй-ка. Теперь шиш. Жалко, конечно, что мы с тобой потратили энергию. Вот что меня больше всего злит. Да вы заколебали. Ты посмотри, что творят. Ну-ка давай еще разок шипами их. Слушай, ну великолепно. Правда, Бакстер, по-моему, все равно отдуплится. Хотя, подожди секунду. Есть. Эх, Ванюша, Ванюша. Не выжил, ребята. Не дожил он до такого прекрасного момента. Именно до моей победы. Получили 2 ДНК на сплинтера. Я не знаю, стоит, не стоит. Или нам все-таки, ребят, просто пофармить. У нас же еще есть мания майки, где нам нужен вот этот персонаж. Но шанс его вытащить очень маленький. 2 доллара. Какая-то книга. Микеланджело не тот. Вот, друзья мои, Микеланджело видение у нас уже в кармане. Превосходно. Значит, у нас остается еще с тобой, да? Давай я все-таки... Блин, да что же я туда-то тыкаю? Давай все-таки попробуем, ребят, пройти. А, была не была. Давай полным составом.
Попробуем. Рокзар будет у меня как провокатор, но, блин, все равно тут жестковатые, конечно, ребята будут. И тем более у нас с тобой всего лишь один хил, у которого офигеть какой долгий будет откат. Ну а с другой стороны, что поделать нам? Нам делать нечего, выбирать, как говорится, не приходится. Ты посмотри, посмотри, что творит. Оу-оу-оу, Рокзарчик, хорош, ты чё? Чё ты меня совсем тут расстраиваешь? Давай пулеметную дробь сделаем с тобой. Добивку. В плане. Чё ты не добил-то его? Вот все. Блин, ребят, я даже не знаю. Ну не хочется мне сейчас тратить хил, ты понимаешь? У него долгий откат и... А если я сейчас Рокзара возьму в провокацию, его 100% уничтожат, вот поверь мне. Давай, наверное, гранату, чтобы просто бросим. О, хорошо прокачана граната, ребята, хорошо. Так, меткость понизили. Добить сможешь его? Фиг там. Ну вот, начинает, ребят, по-моему, не буянить. Вот теперь хочешь не хочешь, придется, ребята, делать хил. Он еще блок на себя поставил. Эх, Ванька. И зэк туда же, ну что вы... Блин, достали мне вот эти вот массовые атаки. Я вот тебе серьезно говорю, просто достали. Давай-ка его вот так вот. Тунч. Придется, ребят, активировать. Не хотел, вот серьезно говорю, но придется. Иначе нам здесь просто не выжить. Так, а здесь у нас кто? Кейси Джонс, Алапекс и Рафаэль. Ну тут, естественно, наверное, в первую очередь надо уничтожать Рафаэля. Почему? Потому что, ребята... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Твою дивизию. Ты посмотри, у зэка сколько стало здоровья. Что-то мне подсказывает, сейчас его нагнут, этого зэка нашего. Хоть этот хил еще действует, но... Так. Ну а здесь... Короче, Рокзара надо брать в провокацию. Хотя подожди. Давай-ка я, наверное, вот так сделаю для начала. Так, кто у нас там будет первым ходить? Скорее всего, будет ходить именно Карайка. Надо ее шварнуть как можно быстрее. Окей. Так, Рокзара я беру в провокацию на свой страх и риск. Что такое? Воу. Блин, ты достал со своими этими массовыми атаками. Оу, трындец, друзья мои. Да чтоб тебя. Может быть, зэка не брать нам в команду? Я не знаю. Почему-то он всегда, ребята, был ватным. В принципе, я не говорю, что он стал крепким или сильным. Нет, он как был ватником, так ватником и остался. Угу, даже постепенно урона не повесили. Майки, как всегда, берется за свою суперпиццу. Начинает отхиливать команду. О, Ванюша, вот это мне правда. Ты посмотри, как ты нанес урона и много. Так, нет, все-таки Рокзар, ребята, не вытягивает. Ну, блин, а втроем мы здесь не пройдем, мне кажется. Ну, в меньшинстве, это, во-первых, да, во-вторых, 5 волн. Ну, ладно, бы там одна была бы, ну, 2, ну, 3, ну, 5 волн, причем... Эх-хе-хе, ну-ка давай так сделаем с тобой. Отлично. И все равно, друзья мои, я хочу переиграть. Я хочу пройти этот этап на 3 звезды. Уже, знаешь, это типа дело принципа. Меня не устраивает такой расклад. Пойду сейчас втроем. Пойду втроем. Без вот этих охламонов. Единственное, что придется очень-очень сильно экономить на суперударах. Прям вот не знаю, как тебе это объяснить. Очень сильно, ребят. С этим бы, если разбирались бы с тобой с полтычка, было бы намного все лучше. И быстрее, и качественнее. Еще творят. Потихоньку-потихоньку, а здоровье-то улетает. Ладно, одного нахлобучили. Так, этого... Ох, тоже нахлобучили. Дать бы тебе по сраке по твоей, а? Откляченной, на! Ну-ка. Так, Ванюш, ну что, ты не можешь добить, что ли, этого хламона? Так, Шреддер выручил нас. Переходим с тобой на вторую волну. Опять же здесь только их уже пятеро.
Сколько у этого откат? 4 хода. 4 хода откат. Ладно, делаем. Так уж и быть. Один разок потрачу. Так, давай, наверное, вот этого с тобой. Тюм-тюм. Тыч. Так, этот должен... Ага, оба отдуплились. Так, здесь что нам делать? Ну, естественно, здесь нам нужно убрать Рафаэля. Придется вот так врубать, ребят. Не хотел тратить, конечно же. Ну, просто заставили. Так, понизили защиту. Наклонили. Так, Алапекс, естественно, тут делает свой выпендреж. Ну, я тебе скажу, сейчас намного лучше идет. У нас, по-моему, суперудар остался один. Массовый, да-да-да, этого Бакстера. Угу. Так, теперь Карайку сможем уничтожить? Ай-яй-яй. Ну, сейчас начнется. Сейчас начнется. Блин, Кунаичи, ребята, имеет. Ну, ты сам же видишь, что она имеет. Так, бросает веер. Нам нужно, наверное, скорее всего, ее уничтожить. Давай вот так вот добьем. Хил нам нужно врубать с тобой обязательно. Нам нужно залечивать наши боевые раны. Так, Шинигами, успокой... На кого? Неужели на Ваньку бросит? Нет, на Шреддера. Ну тогда что же, извиняй, радость. Так, ну, ребят, это меня радует малость на самом деле. Потому что тут-то, вон, у Ваньки мало здоровья. Естественно, они сейчас в первую очередь будут именно его наказывать. И первый у нас в лидерах это Рафаэль. А, это Майки, ё-моё. Тихо своим точным ударом. Да блин, ну... Я не могу, ребята. Меня вот это вот просто выбешивает. Тут вот серьезно тебе говорю. У меня это выбешивает просто все. Блин, тут Сплинтер со своими, блин, пальчиками пришел. Ну, вдвоем, ребят, ну, вдвоем я не пройду здесь. Это однозначно. Если я даже не возьму с собой Ваньку, вдвоем это будет, ну, очень сложно проходить. Просто они мне не дали шансу сходить первым, вот и все. Если бы я сходил бы первый всеми своими персонажами, естественно, было бы уже все было совсем по-другому. Они-то молодцы, они стоят крепышами, но... Ванька, хоть прокачивай его, бери. Ну, уже в любом случае не успею, ребят, до 90 уровня. Его прокачать... А хотелось бы. А, даже не до 90-го, до 100-го. Блин, ребята, у меня есть еще попытки. Точнее, тут не попытки, тут пиццу мы тратим с тобой. А может быть, нам лучше взять Криса Брэдфорда, а, здесь? Почему хочу я взять Криса, ребят? Ну, наверное, многие знают, что у него одна из самых сильных защит. Именно когда он вешает свой вот этот энергетический напиток, который показывает, рекламирует, да, его? Вот этот. Она дает вообще офигенную, ребят, прибавку именно по защите. Поэтому, хотя он сам по себе, ребят, ну, вообще ни о чем. Если честно, да? У него есть один удар хороший, проникающий, но он не массовый. Он обычный ударчик. Есть вот такой еще баф. Ну, кстати, тоже неплохой, между прочим. Вот контратака, например, очень пригодится нам для прохождения. Особенно, когда они любители своих массовых атак. Ой, ребята, как это будет красиво сейчас выглядеть на самом деле. Они же любители, да, пострелять по всем. А у всех практически висит контратака. Так, смотри, тыч. Надо было того добивать. А? Дружеская поддержка. Вот-вот-вот-вот, об этом я тебе говорил. На. На. И этот туда же, а? А у нас с тобой закончилась, да, защита? Да-да-да, я и смотрю, что-то как-то началась разборочка тут некислая. Защита кончилась. Так, ну что, здесь пожертвовать суперударом или все-таки... Давай так, наверное, все-таки сделаем с тобой. Ну, естественно, контратака. А дальше вызываем с тобой маузеров. Алапекс осталось, да? Ну и мы ее... Опа! Так, а этот шокер свой врубает. Давай, наверное, хил поставим сюда. Так, погнали.
Что такое? Почему не минус? Кстати, и защита, ребята, откатилась у Криса Брэдфорда. Вот я сейчас сижу и думаю, может быть, нам ее активировать? Так, здесь мы, наверное, перебьемся пока с тобой, да? Будем обычными ударами бомбить. Копье на кого? На Бакстера Стокмана. Тогда волну сделаем смертельную. Вот так. Ты посмотри, у Шреддера была броня, ребята. Она нам, кстати, очень сильно помогла сейчас. В кого? Ну, это хорошо, ребят. Вот она, родная моя защита. Так, она в инвиз. Слушай, ну вот эти вот, в принципе, отдупляться от постепенного урона. Но так как Шинигами спряталась, мне придется этих уничтожать, чтобы до нее как-то добраться. Плеточка решила, да, бомбить? Окей. Как видишь, ничего не получилось. Потому что, ребят, мы с тобой стоим в защите. Плюс, не забывай, у нас хил идет. И вот здесь вот надо было мне, ребята, Крисом Брэдфордом поставить себе баф. Но я тупанул. Ну-ка. Главное, чтобы Майки не успел там очнуться. Но у него инициатива большая, наверное. Он как всегда, он успевает просто, ребят. Он просто успевает и всю команду захилял. Этот еще сейчас со своим проникающим ударом. Вот стоп. Твою налево, ты посмотри, что творит. Давай так сделаем тогда. Вот. Слушай, совсем другой разговор. Совсем, ребят, другой разговор. Так, ну-ка из базуки. Ай, молодца-то какой-то, посмотри. Так, контратака. Я же сказал, друзья мои, что я постараюсь пройти, и я прошел. Ты посмотри, как Крис Брэдфорд, ребята, здесь вытащил практически нашу команду. А я что-то как-то в последний момент его, знаешь, как-то со счетов снял, если честно. Ну, он хорош. Хорош, ребят. Так, давай мы с тобой... О, нет, не то. Это ж... все, что ли? Так, у меня пицца закончилась. Закончилась пицца, к сожалению. Ладно. Ну что, теперь со спокойной душой мы с тобой переходим на поединки. Так, Лига Сёгунов 2 звезды, ранг, как ты видишь, уже 12, был 10, по-моему, да? Так, я вижу 16-21. Натали, вот, я Натали возьму лучше. Я возьму Натали, я возьму... Подожди, какой Шреддер? Рэй, ты чё, гонишь, ё-моё, хорош, успокойся, остынь, бро. Не спеши, сейчас чуть делов не натворил здесь. Взял Шреддера зачем-то, когда все время бомбишь этим Армагоном. Ну, бывает, ребят, бывает. Это, видимо, на радостях. То, что выходной у меня. Коротенький и один. Я так сегодня на работе запарился, ребят. Я так устал, как псина. Еще это дождь, ё-моё. Это жесть, конечно, была. Бедная моя спина. Так, ну что, ладно, ребят. 96-е место у нас, да, Лига Сёгунов 3 звезды. Это меня не устраивает, так же, как и вас. Я больше в этом уверен. А некоторые ребята писали: поиграй в игру, как она называется-то, то ли арена, то ли еще что-то. Ну, короче, ребята, дуэли. Я видел, ребята, эту игру, ну, как-то она мне, если честно, не зашла. Ну, как-то вот графически она мне не зашла. Я не знаю, почему, ребят. Поэтому даже как-то играть в нее, ну, не хочу, если честно. А так, ваши предложения, конечно, ребят, пишите. Я все смотрю, все абсолютно комментарии читаю. И как бы, если что-то действительно путнее увижу, то мы обязательно посмотрим. И кто-то написал: Рэй, ты играешь просто... Почему мало смотрят? Потому что ты играешь в непопулярные игры. Ну, ребят, ну я не знаю, а какие еще у нас популярные игры на Android-системах? Какие-то онлайновые, я имею в виду вот эти вот, связанные там с кланами, да, вот это вот. Я не хочу в такие играть, если честно, которые отнимают очень много времени и где постоянно нужно контролировать вот этот весь процесс. Idol Hero, помнишь такую игру, да? Казалось бы, чего там, развивайся и развивайся. А нифигачки, ребята. Постоянный вот этот контроль, постоянные записи на арены. Наверное, в принципе, из-за этого я в нее и перестал играть. Потому что
Такие игры вот я люблю, которые независимы. Вот ты играешь в нее, да? Сам. Вот в черепашках. Вот я играю сам по себе. И все, ребята, я никому ничего не навязываю. Нет никакого клана. Есть, конечно, вот игры, где нужны кланы. Я вот все, например, до сих пор не могу зайти в этот Frostborn, который вы мне рекламируете. Ну, не рекламируете, а как сказать-то. Ну, желаете, чтобы я его, короче, рекомендуете, да, чтобы я в него поиграл. Но, друзья мои, все новинки, которые вот эти вот для разнообразия, как вы говорите, они вообще не вас не... Вы не то, что даже... Я понимаю, если бы вы посмотрели и какое-то мнение выложили, их просто половина не смотрит. Понимаешь? Не смотрит. Так я сижу и думаю, зачем же мне тогда выкладывать какие-то новые видеоигры, если их никто не смотрит. А старые, вот эти вот черепашки, драконы, зомби, да, растения против зомби, такие игры смотрят. Там Tower Conquest тот же самый. Ну, просто дело в том, что мне самому иногда хочется что-то другое. Понимаешь, поиграть? Хочется что-то другое поиграть. Поэтому я как бы сам для себя это делаю. Контент этот. Ну, сам для себя. Как понять сам для себя? Я его снимаю для вас, но на свой вкус, на свой выбор. Вот так вот скажем. Вот. Как бы хочется вас порадовать. Ну, во-первых, вы видите, да, например, как эта игра. Может быть, кто-то думает, стоит в нее играть или нет. А тут бац, а у меня на нее обзорчик. И сразу ты прикидываешь, стоит или не стоит. В принципе, многие игры у меня именно в разделе «Давай глянем». «Давай глянем» — это тот раздел, где я делаю обзор на определенную игру. Не то, что я там полный доскональный разбор делаю игры. Первые шаги, так скажем, да? Первые шаги, чтобы ты имел какое-то представление вообще об этой игре, хоть что-то. Вот, если игра цепляет хоть как-то, хоть даже меня или вас, мы снимаем 2-3-4 серии, дальше смотрим, заходит она нам или нет. Потому что есть игры вначале вроде бы так круто, все так офигенно идет, а потом смотришь, а там однотип. Понимаешь, однотип — это в плане того, что все на одном месте. Фарм, гринд и так далее. И это со временем приедается. Понимаешь? Особенно, когда нет какой-то цели. Вот ты ходишь и ходишь, ходишь и ходишь. Вот, например, я сейчас в Days After очень много времени, ребята, провожу за кадром. Ты спросишь, почему? Потому что там постоянно надо бегать из локации в локацию. Да еще причем по истечению времени, чтобы эта локация обновилась. И ты мог с определенным процентом, шансом выбить именно тот ресурс, который тебе нужен. Из сундучка там достать или еще где-нибудь, понимаешь? Если бы я, например, каждую серию бы снимал бы, да, у меня бы это выглядело примерно как сбегал, собрал, прибежал, выложил. Сбегал, собрал, прибежал, выложил. И это все одно и то же. Поэтому я как бы для себя так подумал, если я что-то новое открою, да, какую-то новую территорию там или еще что-нибудь, тогда мы с вами пойдем. Пойдем все вместе и будем ее там смотреть, будем... что-то там развивать, нужно ресурсы добывать и строить себе что-то. А вот из, как говорится, из места к месту бегать с одинаковыми ресурсами, ну, я думаю, что никому это было бы не интересно. Фух, только в черепашках, когда играешь, можно, ребят, поговорить, как говорится, по душам, да? Высказаться, потому что в других играх почему-то не получается. Ну, потому что здесь мы все с тобой знаем, абсолютно все, и как вести себя, но тем более, сам видишь, Армагон берет на себя такую цель лидера. Он здесь валит всех, поэтому как бы с тобой и общаемся. То же самое и касалось про стримы, я уже говорил, да? Как только перееду, как только заберу камеру свою, так сразу будем, ребята, стримить. Но опять же, стримить, наверное, лучше не Android игры, а ПК игры. То есть стримить лучше на втором канале получается. Вот, в Brawl Stars многие говорили, поиграй, вернись. Ребят, ну, во-первых, вы видели, как я играю, как курица лапой, скажем так. Очень много, ну, злости, психов и тому подобное. Это то же самое касается, кстати, и Shadow Fight 2. Кто-то говорил, продолжи. Обязательно, ребят, продолжим. Но чуточку, наверное, попозже. Может быть, через месяцок-другой продолжим с тобой Shadow Fight 2 проходить. Именно оригинальный, потому что Сенсея мы с тобой прошли уже давным-давно.
Вот, и ты прекрасно знаешь, как бомбит. А Shadow Fight 3, которую вы тоже просили, и, кстати, арену вы просили мне. Я посмотрел, ребята, эту арену, ну, что-то как-то, я не знаю. Ну, что-то вот она меня не зацепила. Не знаю, почему. Вот она не пошла мне, и все как-то. А вот заставлять себе через силу во что-то играть, ну, это хуже не придумаешь, поверь мне. Когда ты сидишь, тебе это не нравится, ты что-то пыхтишь, крафтишь, думаешь, вот, сейчас выжму себя последний сок, я добьюсь каких-то результатов. Да фиг ты чего добьешься, потому что тебе неинтересна эта игра, понимаешь? И ты тратишь время, и свое, и ваше потом при всем этом. На один обзорчик, не знаю. Есть у меня 5 или 6 игр, да, которые мы с тобой постоянно практически играем, там, с небольшими промежутками, может быть, какие-то есть перерывчики, но вот, например, Черепашки и Драконы у нас выходят, наверное, чуть ли, ну, я не скажу каждый день, но вот когда я не работаю, практически все время выходит. Остальные игрушки так себе, 50-50, да? Хотя есть такие игры, в которые хотелось бы мне вернуться. Их очень много, но я просто так прикинул, если мы сейчас вернемся с тобой, это надо все вспоминать, всю эту школу баланса и тому подобное. Вот, например, руки даже не доходят поиграть с зомби против спецназа. Игруха-то прикольная, я же ее не прошел. Но как представлю этих, вот этот напряг, следить там тыры-пыры, траливали прокачку и тому подобное. И сразу что-то у меня руки опускаются с ней, в нее опять играть. Это, знаешь, как вдохновение, когда вот на тебя находит. Ты вспоминаешь про какие-то старые игры, и у тебя вот пошла эта неделя старых игр. Вот тоже вот, например, мы играли игру, да, недавно, вспомнили ее. Grow Castle. Мы поиграли, ребята, а я сижу и думаю, а что дальше нам делать? Вот что нам дальше делать? В чем суть? Повышать свою силу и брать больше волн? Ну, это получается как бы зацикленность уже. Захватывать всю территорию, которая там есть. Я так прикинул, мы запаримся с тобой захватывать там всю территорию. Просто запаримся. Там она слишком большая. Если есть какие-то челленджи там... Ну, мне кажется, в такой игре ты ничего не сделаешь, никакого челленджа. Если я не могу там этого дракончика завалить, какой там он, третий или четвертый по счету, о каком челлендже вообще можно говорить, да? Так что пока... А так, ребята, смотрите за каналом, новинки, если что, какие-нибудь будут выходить однозначно. В свое время я хотел сделать такое, как сказать... Ну, он, в принципе, есть, давай глянем, это вот про новинки. Но я еще, знаешь, что хотел в свое время сделать? Вот ты когда играешь в игру в какую-то, да, у тебя есть реклама. В этой рекламе рекламируется какая-то игра. И в этой рекламе, в этой игре показываются такие все там сочно так все, да, чуть ли как не лучше, чем на компьютере, ё-моё. И вот я хотел сделать такую рубрику в свое время, где, например, я записываю вот этот вот ролик игровой, рекламный, а потом... Показываю, как все выглядит на самом деле. Ну, ты понимаешь, да, мою идею? То есть, как выглядит реклама в ролике и как она выглядит в реале. Кстати, я пока поговорил с вами, ребят, я, по-моему, допустил большую ошибку. Я взял одного Армагона против 72-х. Да. И здесь, по-моему, мне кранты. Ой-ой-ой, заговорился, друзья мои. Бывает. Ну, ты понял, да, короче, вот такую вот штуку. Это, конечно, мне придется все эти игры перепроверять, но зато можно какую-то субъективную точку мнения выложить, наверное, да, и люди сами посмотрят и скажут, а стоит ли мне вообще играть или же нет. Слушай, мы сможем с тобой... Кабан, не трогай! Фу, слушай, мы чудом, ребята, выиграли здесь. Вообще как-то чудом. У нас такая инициатива была, несмотря на то, что мы по уровню, мои персонажи слабенькие, а не видим, как вырвались вперед. Молодцы, красавчики. Не подвели рейчика, молодцы. Уважуха и респект, как говорится. Так, ну что, давай тогда мы с тобой Страйкера возьмем.
Так, Армагон, возвращайся. Тут же мы возьмем с тобой Шредера. Это знаешь, почему мы... у нас получилось? Потому что мы с тобой не взяли Кирби. Если бы у нас был бы в отряде там Кирби, мы бы 100% проиграли бы. Кто-нибудь там нам звезданул бы, особенно по Кирбису. Так, ну что, давай сделаем с тобой шипы. Сегодня, кстати, вроде бы подписчик писал, Рэй, всадники дракона, есть обновление. То есть новые события. Ну, я как бы сейчас сильно не спешу туда, потому что я прекрасно знаю, что все события, да, они для всадников Олуха. Это в первую очередь для них, потому что если у тебя есть премиум аккаунт, ты можешь в эти события играть сразу же, как они только появляются. Для нас они будут доступны только через сутки, а то и бывает через двое. Так что, если только зайти просто глянуть, что там, испытание, говорит, на бабочке. И мне такая злость взяла, блин. Я эти бабочки потратил, да, хотел же, мы же хотели с тобой копить на Легу. Но я уже думал, никаких событий не будет, поэтому все, как бы. А тут надо же, события на бабочке они сделали. Ну, флаг им в руки. Как говорится, уже все, пароход уплыл. Так, ну что, мы с тобой перейдем сегодня, наверное, в Лигу Мастеров 2 звезды. Это, кстати, будет круто для нас. Неделька уже тоже, кстати, скоро подходит к концу. Так, подожди, я взял Шредера. Вот так вот. Так что, друзья мои, я, кстати, не смотрел, сколько у нас с тобой платиновых осколков. Мы же вроде недавно только, да, переводили кого-то в платиновый ранг. Поэтому, наверное, мало. Это только вторая неделя у нас, да, прошла. После того, как мы с тобой перевели в платиновый ранг. Кого же мы переводили-то, я уже не помню, последнего-то. Вот она. Девичья память называется. Совсем не помню, ребят. Кого же мы переводили-то? Ладно, это не важно, можно будет потом глянуть. Меня интересует больше, сколько у нас осколков. 74, 74, получается 148, а нужно 300. Ну да, получается половина, ребят. Половину мы с тобой набьем, и половину нужно будет набивать потом. Это еще 2 недели. Ну, я и говорил, что где-то месяц, месяц с небольшим, месяц и неделя тратится на то, чтобы получить полностью себе 300 платиновых осколков. После этого ты переводишь какого-то персонажа в платиновый ранг. А вот насчет платинового ранга, да, друзья мои, можно, в принципе, уже задумываться, кого мы будем переводить. Потому что персонажи в золотом ранге, тем более с фулл звездами, практически с топовой прокачкой, у нас очень много. Вот они только ждут свою вот эту вот платиновую звездочку. Так, ну что, 84-я позиция, я тебе скажу, очень неплохо. 4 отката есть, 1150 бакинских. То есть мы с тобой вообще шикуем по полной программе. Нам бояться нечего. В любом случае, даже если мы к концу недели не сможем, но вдруг так получится, не сможем набить, у нас есть деньги, и мы можем просто перевести их в откаты. И все. Ну, я сомневаюсь, конечно, что такое будет. В последний раз это, наверное, было полгода назад, да, когда мы с тобой... Да нет, какое полгода? Больше, наверное. Когда мы с тобой тратили откаты для того, чтобы получить первый топовый ранг. Сейчас это, в принципе, делается без проблем. Даже несмотря на то, что я не каждый день в этой игре. Секешь? Вот-вот. Так, ну что, какая там? 70... Ага, 72-я. Значит, будет 64-я где-то следующая у нас, да? По идее, местечко. Ну да. Где-то, может быть, завтра мы уже с тобой будем... Мы уже с тобой завтра можем быть в топчике, ребят. Потому что 10 откатов за рекламу. Предположим, $250 я потрачу еще на 10 откатов. Это будет уже 20. А скинут нас, поверь мне, не очень низко. Особенно, если мы перейдем с тобой в платину этот, в Лигу Мастеров 3 звезды. Нас запарится скидывать, ребят. Вот и все. Мы быстрее будем все-таки наверстывать. Единственное, что вопрос, сможем ли, успеем ли вот сегодня пройти. Персонажей-то все меньше, меньше и меньше. Так, Вовка против нас. А точнее, мы против него. Чего?
А, откатики кончились у меня. Так, друзья мои, придется, наверное, нам купить с тобой откаты. Или не будем? Давай не будем. Я думаю, что нам будет достаточно Лиги Мастеров ранг 60. Завтра попробуем его уже добить. Наверное, по топчику. Так, а сейчас мы с тобой что? У нас, ага, 24, почти, ребят, 25 тысяч мутагена. И я иду сюда, чтобы потратиться на Макмана. Ах, красавец. 50 уровень. 52. Да, раньше он очень хорошо меня вручал. Как сейчас помню. Ну что, друзья мои, а на этом, пожалуй, мы будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!